Почему «Доктор Живаго» заканчивается стихотворениями? Последняя глава романа – это сборник стихотворений. Их якобы написал главный герой. В них словно заново рассказана история всей книги. О судьбе самоотверженного врача Юрия Живаго на фоне катаклизмов первой трети 20 века. Роман начинается смертью матери героя и завершается тем, что умирает он сам. Многие стихи Живаго посвящены библейским событиям. Заключительный текст – «Гефсиманский сад». Он написан на сюжет о молитве Иисуса, которая предшествует его распятию и воскресению. Главная тема стихотворения – победа жизни над смертью. Поэтому книга заканчивается не смертью героя, а переходом в вечность. Посыл «Гефсиманского сада» – «Смерти не будет». Это было одним из рабочих названий романа «Доктор Живаго». Мысль о победе над смертью – та высшая надежда, которую мог предложить читателям Пастернак.